Foarte misioș. Смотреть на инструкшенс. Надо маленький. Давай будем читать. Там есть маленькие гвоздики, а есть большие. Я не... Да, вот босой. Вау. Как ты какой босой? А вот этот маленький? Да. Да. А ты где босой? Вот какой босой. А тебе бачок отнес. Да. Это маленький бачок. Пальчики не подставляют. Вот так выбивать я не могу. Давай, старайся. Пойдет. Мне чуть-чуть прибей. Ударь, один раз ударь сюда. Упали там. Сон стипит меня. Сейчас, ничего не надо. Я попал, че нет? Да, там дырочка есть. Пап, что тут скользко? И там, а, вот там, а, колесики скользят. Чего? Не знаю. А я прибил, то там не прибивалось. Папа, возьми. Это у тебя вперед, а это зад вот. Какой нужно? Маленький? Маленький гвоздик. А теперь другой. Держи, я буду забивать. Крепко держишь? Все. Смотри, какой у нас будет экскаватор, да? Теперь надо вот такие вот рычаги. Да, вот. Один, два. А ты сколько я поставил? Так, много гвоздей. Да. Дальше бери его, держи его, здесь ручка аж.
Вот так вот. Все попали. Сначала вставляю один гвоздик, и он должен попасть в дырочку. Колеса делаем. Да. Давай, бери кружочек и одну палочку. Это пока мы отложим. Где мои кольчики? Вот так? Где еще мои кольчики? Я не вижу. Есть, есть, там ищи. Какие? Да, вставляй туда. Маленькие? Да. Да, у меня попало. Давай. Ровненько держи. Что это такое? Эскаватор. Да? Колеса клеишь? Все, уже закончил? Да. Как получился экскаватор? Тебе на хвост идит. Да? Тебе кидает. Будет копать яму? Кидно полетело. Загружать. О, упал чуть-чуть.